новой школе в Южном начал работу инклюзивный центр всестороннего развития детей. Это совместный проект управления образования администрации города и Тверского благотворительного фонда «Мама», который поддерживает семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Пока одни ребята учатся рисовать или петь, другие занимаются адаптивной физкультурой в спортзале. В это же самое время у их мам, которые в обычной жизни всегда рядом с ребенком, редкая возможность переключиться на себя, посетить семинар с психологом, завести новых друзей, на какое-то время выйти из замкнутого образа жизни. Я первая взяла эстафету по этой книге. Я ее прочитываю, я передаю дальше, у нас уже выстраивается очередь. И мы встречаемся за чашечку кофе или чая. И обсуждаем. Да, главное общение. Да. Сама программа, она направлена на поддержку положительного психологического состояния родителей. Поэтому мамы занимаются с психологом, а дети занимаются отдельно в это время, чтобы мам не отвлекать. Фонд «Мама» оказывает поддержку семьям, где есть дети с неврологическими заболеваниями, ментальными нарушениями и отклонениями в работе опорно-двигательного аппарата. К нам добавляются новые семьи, новые родители. Мы постоянно знакомимся с новыми ребятишками. Здесь тоже к нам пришло на эти занятия, в эти каникулы тоже пришло много новых детей. Еще год назад на попечении фонда было всего 12 детей. Сейчас уже присоединилось более 100 тверских семей. Сотрудничество фонда «Мама» с администрацией города началось в прошлом сентябре, когда 29 ребят вместе с мамами смогли неделю отдохнуть в муниципальном загородном лагере «Романтик». Затем было подписано соглашение о сотрудничестве, а после открытия в Южном новой школы в ее стенах начал работу инклюзивный центр всестороннего развития детей. С сентября месяца будет работать бассейн, поэтому там начнутся занятия уже другого типа, с бассейном, это будет интереснее для детей. И планируем мы сделать группу дневного пребывания. Адаптивная физкультура, которую фонд организовал одной из первых программ, также проходит на базе трех других школ. Еще одной площадкой теперь стал центр образования номер 56, где доступна вся инфраструктура современной школы. Занятия первой группы детей с УВЗ начались во время весенних каникул. Теперь мы будем все наши идеи стараться воплощать здесь, на базе этой школы. Она дает невероятные возможности, ведь наличие здесь мастерских, творческих зон, спортзал шикарный, два бассейна. Конечно, у каждого ребенка можно здесь выявить интересы, таланты, и схватиться за них, и развивать их в эту сторону. Отклик очень хороший. И есть понимание, что с 1 сентября школа и благотворительный фонд «Мама» выстроят эту работу системно. Радует, что строительство новых образовательных учреждений задает новые стандарты и предоставляет новые возможности для всех детей нашего города. Привлекать к работе с детьми тренеров, дефектологов, логопедов, психологов фонд «Мама» может благодаря программам господдержки и, конечно, помощи благотворителей. За минувший год удалось создать целое сообщество детей и родителей, которые теперь вместе общаются, поддерживают друг друга, ходят учиться и занимаются спортом. Контакты фонда «Мама» есть в социальных сетях, их можно легко найти. Обратиться за советом и помощью или оказать поддержку.